А Саркона нет уже 2 недели. Этот призрак должен был изучить каменоломню. Но тень куда-то пропала. Возможно, Саркона уже нет в живых. Несколько дней назад он отправился на торговый корабль, а там полно римлян. Будет очень жаль его потерять. Он предан людям и делу незримых, как никто. Жизнь за него отдам. Я найду Саркона. Вон он, человек с орлом. Я им сообщу, теням Скоробея, меня наградят. Энхарет, а? Пенахте, бьют бе. Маленькие клетки. Они для детей? Лодку кто-то обшарил. Сломанный щит незримых. Саркон был тут. Торговца ограбили. Странно. О, боги! Набатейских детей продают в рабство на добычу камня. Их посадили в подземный загон в каменоломне. Мне... А Саркона держали тут. Кто-то опустошил склад с припасами римлян. Храбрец. Наставник, помоги мне!
Помоги мне! Уходим отсюда! Ты великий Баек, да? Послушай, осматривая порт, я заметил женщину, спасавшую детей с корабля-работорговца. Грабитель — та самая женщина? Набатейская воительница Шакелат. Она разит, как молния, а добычу раздает людям. Я следил за ней, но был схвачен римлянами. Она спряталась вместе с детьми во дворе между убежищем и каменоломней. Помните, вы просто дети. Я защищу вас. Синаи — ваш родной дом. Ты воруешь для людей в каменоломне? Если схватишь меня, я вырву себе сердце, но цепей не надену. Эй, не волнуйся. Но римляне этого так не оставят. Пытаясь защитить людей, ты можешь причинить им вред. Нет, я не причастна к римскому гнету. Я дарю свободу. Ты порождаешь гнет. Освобождение — не воровство, а искусство. Свободу не берут, а создают. Я знаю, какой бывает свобода. Я жила с любимым мужем в Набатее, а Кататцит не раздавил его, словно муху. Вот и они. Покажи, на что способна. Ничто меня не остановит. Куда ты? Я тут не останусь. Нужно отвлечь римлян от этих крошек. Других нет. Придут другие. Нет, если поможешь. Не понимаю, о чем ты меня просишь. Ты храбро бьешься. Воины, подобные тебе, редкость. Наш путь не разочарует тебя. Мне плевать на культы. Мы освободители, что не подчиняются лживым оракулам и тиранам. Ты избранная. Я хочу исцелить наши земли. Шакелат, я вижу, что у тебя душа незримой. Но как доверять незнакомцу? Я спасаю людей одна и верю лишь себе. Мы ценим одно и то же. Просто реши, применять свои навыки ради блага немногих или же всех. Взгляни мне в глаза и скажи, что впредь не будет ненависти, войны и людей в оковах. Наша кредо покончит со всем этим. Кредо. Если решу принять и поверить в него, то что должна буду сделать? Прыгай. И что теперь? Не понимаю.
Невероятно! Я думала, что умру. Ты возродилась, став незримой. И что теперь? Тебя ждет наше убежище и церемония в твою честь. Я готова стать призраком. Теперь ты в братстве.